После прохождения 10-дневной тренировки суперджампа у меня, во-первых, появилась энергия. У меня ее не было от слова совсем. Было так, я проснулась и уже устала, как у многих, наверное, так и есть сейчас. Второе, я стала спать прекрасно, как младенец, не просыпаясь. А раньше просыпалась, по 2-3 часа ворочалась, разные думы меня атаковали. Третье, я стала просыпаться без будильника, легко и просто. Четвертое, у меня повысился иммунитет. Я теперь совсем, от слова совсем, не болею. Мне никакие вирусы и простуды не страшны. И пятое, у меня улучшились отношения с дочкой и внучками. Они и так были хорошие, а сейчас стали вообще хорошие. Прекрасные, просто отличные.